Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшний видеообзор посвящен видеорегистратору Geyser H515. Этот регистратор занимает среднюю линейку продукции компании Geyser. Снимает он с разрешением HD качества 1280 на 720. Имеет угол обзора 120 градусов. Начнем наш обзор с рассмотрения комплектации устройства. В комплект входит сам видеорегистратор, крепление-присоска для установки на стекло автомобиля, крепление-липучка на двухстороннем скотче, зарядный прикуриватель, провод для подключения к компьютеру, карточка на 4 ГБ, копия сертификата соответствия UKRSEPRO. Кстати, Geyser — это компания, которая одна из немногих сертифицировала свою продукцию в Украине. Инструкция на украинском и русском языке. Гарантийный талон. Наклейка «Ведется видеонаблюдение». Ближе рассмотрим сам регистратор. В передней части расположена видеокамера, диодная подсветка для работы в ночное время. С правой стороны мы видим слот для карты памяти, разъем для зарядного устройства. Слева мы видим разъем microUSB и разъем для HDMI кабеля. С тыльной стороны кнопка включения и кнопка записи. В верхней части регистратора расположена батарея, которую можно снять. Батарея формата BL4S, как у Nokia, можно легко поменять. Также здесь расположен разъем для крепления регистратора. Экран регистратора 2,5 дюйма. Он открывается и поворачивается в одну сторону на 90 градусов, в другую сторону на 180 градусов. При желании можно вовсе развернуть. Также внизу экрана расположены кнопки управления и настройки регистратора. Кнопка меню, кнопки вверх-вниз, кнопка переключения режима фото-видео. А теперь рассмотрим меню регистратора, которое полностью русифицировано и имеет интуитивно понятный интерфейс. Здесь расположены такие настройки, как изменение разрешения видеозаписи, управление датой и временем, выбор цикла записи и многое другое. Автомобильный видеорегистратор Geyser H515 сочетает в себе высокое качество съемки в формате HD с широкими функциональными возможностями. Компактные размеры, удобное интуитивное управление, встроенная инфракрасная подсветка и возможность автономной работы позволяют максимально эффективно использовать Geyser H515 в различных условиях.